Ну и опять в обязательном порядке все в доспехах. Само собой, без этого никак. Я прям даже не знаю, как-то причем уже... на этом нарисована какая-то рыба на груди, и он весь как в чешуе. Он оригинальный. Они все в чешуе, причем в какой-то, из какого-то говна сделана. Она... Натурально, если они думают, что так выглядит рыба, нет, так выглядит шишка. Когда она зерна сбросила, она вот именно точно так и выглядит. Так... Расщеперившись. На рыб не похоже. Нет, это похоже на шишку. Вот совсем недавно нашли, кажется, в 2011 году. Сейчас ее просто уже расчистили и опубликовали, всем показали. В Янхае, в могильнике Янхай под Турфаном, в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая, нашли захоронение кавалериста местного. Вот он в чешуе, в кожаной. Она там у них в этом кине какая-то черная. Тоже, видимо, кожаная имеется в виду, скорее всего. Наверное, да. Вот там показывают, вот конкретно, есть находка этой самой кожаной чешуи. Как она выглядит, блин. Ё-моё, она 8 века до нашей эры. Вы понимаете, что в 8 веке до нашей эры какой-то дяденька сделал чешую лучше, чем вы, дебилы, в 21-м. С вашими всеми этими станками, 3D-принтерами и руками из жопы. Выглядит отвратительно. Причем, если это чешуя, то это очень больной рыбы чешуя. Очень. Это шишки чешуя. Вся какая-то. Он должен быть, я считаю, не черная рыба, а черная шишка. А вот это гораздо лучше. Шишковитый. Ну.